В Русском драматическом театре имени Островского полным ходом идет репетиция премьеры нового театрального сезона. В истории одного из древнейших театров республики это уже 156-й сезон. Премьерой его станет комедийная пьеса «За двумя зайцами». Марина Горбок побывала в зрительном зале. Пьеса Михаила Старицкого «За двумя зайцами» была переведена Островским и очень удачно вписалась в репертуар многих театров. 156-й театральный сезон театра Островского открывается этим произведением. До открытия сезона осталось всего несколько дней. На сцене театра проходят завершающие репетиции. Спектакль молодой, свежий, в нем занята вся труппа театра. У нас премьера буквально осталась 4 дня. Сейчас идет самый, так сказать, ответственный, напряженный моменты подготовки к спектаклю. Последние 15 лет мы открывали в ноябре сезон театральный, а в этом году мы на месяц раньше, в октябре. Так что я считаю, у нас вполне даже ранний театральный сезон. Ежегодно труппа драматического театра пополняется новыми актерами. Элеонора Бахтагиреева устроилась работать в театр Островского после окончания Саратовского театрального института. Сыграть серьезную роль в спектакле ей предстоит впервые. Я родилась и прожила всю жизнь в России, в Саратове. Вот. Не знаю, как-то так спонтанно у меня решение пришло. Захотелось на историческую родину. Вот. Ну вот и приехала. А закончила в этом году, вот в июле месяце, и сразу приехала сюда устраиваться на работу. Устроилась, и вот скоро открытие сезона, начало работы. Коллектив очень так нежно ко мне отнесся, вот, сразу дружелюбно, как-то по-родному. То есть никаких нюансов, никакой скованности у меня не было. Сразу какая-то большая семья своя. Премьера состоится 10 октября. 156-й раз таинственно распахнется занавес и откроется новый театральный сезон. Марина Горбок, Дориан Дусимбиев, Александр Грабарев, ТДК-42.